Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 8 на странице 14 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Игра «Третий лишний». Попробуй сгруппировать рисунки по два так, чтобы третий оказался лишним. Объясни, почему он лишний. Давайте посмотрим. У нас лишним может быть первый рисунок, потому что он желтого цвета. Все остальные грибы красного цвета. Мы можем сгруппировать по съедобности. Тогда у нас первый и второй гриб будут в одной группе, а второй мухомор в третьей. Значит, лишним будет второй рисунок, потому что это несъедобный гриб. Дальше можем сгруппировать по количеству грибов. Тогда лишним будет последний рисунок, потому что здесь один гриб. На всех остальных рисунках по два гриба. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.